Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, дорогие мои друзья, мы с вами будем ставить защиту через ангела-хранителя. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и нам периодически нужна защита. Конечно, мы являемся под защитой Господа Бога нашего, а также те ангелы, которые стоят за нашей спиной, это наши родственники, это наши прародители, прабабушки, прадедушки. Но случается так, что каким-то образом мы с вами остаемся, как знаете, на необитаемом острове и чувствуем, что поддержки нет и защиты, в общем-то, никакой. И требуется вот эта защита. А еще мы с вами ходим в гости, да? Ходим в гости к своим родным, близким, знакомым, а также к родственникам. И далеко не каждый родственник или каждый знакомый относится к нам доброжелательно. Вот когда нам нужна защита, да, вы можете включать это видео и смотреть его, ставить себе защиту. Все, кто сейчас хочет со мной поработать, налейте, пожалуйста, стакан воды и поставьте перед экраном. Пока что вы готовитесь и готовлюсь вместе с вами я. Напишите плюсик, кто сейчас со мной будет работать. Стакан воды перед экраном и плюсик поставьте мне, пожалуйста. Мы будем ставить защиту на вас. Так, ритуал оплачиваемый. Вы можете произвести оплату в описании к видео реквизиты. Стоит это 333, чего сами решайте. Это рекомендуемая сумма, 3 тройки 333. Когда мы молимся с вами во имя Отца и Сына и Святаго Духа. А вы сами можете определить ту самую цену, которую вы считаете нужным задонатить за этот ритуал. Итак, налейте стакан воды, приготовьтесь слушать меня руками. Либо вы держите этот стакан воды, либо откройте ладошки, только не закрывайте ладошками вниз, не нужно этого делать. Сейчас я начну работать. А вы должны будете написать в чате некоторые слова. Я кину сейчас вам в чат слова, которые вы напишите. Начинает капать работу уже. Хорошо. Итак, отправляю вам в чат. Напишите, пожалуйста, 7 раз. 7 раз слова, которые я отправила вам в чат. Итак, слушайте меня внимательно. Ангел мой, хранитель, спаситель, мой избавитель, спаси меня. Сохрани меня, укрой плащаницей своей от врагов моих 9-9жды, от взгляда Ирода и дел Иуды, от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания льда и огня, от черного дня, и придет мой час, последний ангел мой, хранитель мой, встань в изголовье и облегчи мой уход. Аминь, аминь, аминь. Сейчас приготовьтесь называть свои имена. Когда я буду говорить имя, называйте свое имя. Ангел мой, называйте имя. Хранитель, спаситель мой, называйте имя. Избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков. Сохрани меня, моих друзей, подписчиков. Укрой плащаницей своей от врагов моих.
моих друзей-подписчиков 9-9жды от взгляда Ирода отдела Иуды от хулы всякой напрасными, от острия в темноте от яда в сосуде от грома и молнии от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда и огня, от черного дня, а придет мой час последний, ангел мой хранитель мой, встань в изголовье и облегчи мой ход. Аминь. Ангел мой, называйте имя. Хранитель, спаситель мой, называйте имя. Избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков, сохрани меня, моих друзей, подписчиков. Укрой плащаницей своей от врагов моих 9-9жды, от взгляда Ирода, от дела Иуды, от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда и огня, от черного дня, а придет мой час, последний ангел мой, хранитель мой, встань в изголовье, облегчи мой ход. Аминь. Ангел мой, называйте имя. Хранитель, спаситель мой, избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков, сохрани меня, моих друзей, подписчиков, укрой плащаницей своих врагов моих, 9-9жды от взгляда Ирода, и делай уды от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда и огня, от черного дня, а придет мой час, последний ангел мой, хранитель мой, встань в изголовье, облегчи мой ход. Аминь. Ангел мой, называйте имя. Хранитель, спаситель мой, называйте имя. Избавитель, спаси меня, моих друзей-подписчиков, сохрани меня, моих друзей-подписчиков, укрой плащаницей своей от врагов моих 9-9жды, от взгляда Ирода и делай уды от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда, от огня, от черного дня, а придет час мой, называйте имя. Последний ангел мой, называйте имя. Хранитель мой, называйте имя. Встань в изголовье, облегчи мой уход. Аминь. Ангел мой, называйте имя. Хранитель, спаситель мой, называйте имя. Избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков, сохрани меня, моих друзей, подписчиков, укрой плащаницей своей от врагов моих 9-9жды, от взгляда Ирода и делай уды от худы всякой, напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда, от черного дня, а придет час мой, моих друзей, подписчиков, последний ангел мой, моих друзей, подписчиков, хранитель мой, моих друзей, подписчиков, встань в изголовье, облегчи мой уход, уход моих друзей и подписчиков. Аминь. Ангел мой, называйте имя свое. Хранитель, спаситель мой, называйте свое имя. Сохрани меня, моих друзей и подписчиков, укрой плащаницей своей от врагов своих 9-9жды от взгляда Ирода и делай уды от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева, наказания, от звериного истязания, от льда, огня, от черного дня. А придет час мой, моих друзей, подписчиков, последний ангел мой, моих друзей, подписчиков, хранитель мой, моих друзей, подписчиков, встань в изголовье, облегчи уход мой, моих друзей, подписчиков. Аминь, аминь, аминь. Ангел мой, хранитель, спаситель мой, избави, спаси меня, сохрани меня, укрой плащаницей своих врагов моих 9-9жды от взгляда Ирода и делай уды от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда и огня, от черного дня, а придет час мой, моих друзей, подписчиков, последний ангел мой, моих друзей, подписчиков, хранитель мой, моих друзей, подписчиков, встань в изголовье, облегчи уход мой, моих друзей, подписчиков. Аминь. Ангел мой, моих друзей, подписчиков, хранитель, спаситель мой, моих друзей, подписчиков, избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков, сохрани меня, моих друзей, подписчиков, укрой плащаницей своей от врагов моих 9-9жды от взгляда Ирода, и делай уды от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда огня, от черного дня. А придет мой час, последний ангел мой, хранитель мой, моих друзей, подписчиков, встань в изголовье, облегчим уход мой, моих друзей, подписчиков. Аминь, аминь,
Аминь. Хорошо горят свечи, и прекрасно работа идет свечей. Прекрасная работа. Замечательная. Пока горят свечи, хочу вам сказать, если вы хотите поставить защиту на кого-то, не только на себя, но и на кого-то, вы делаете фотографию, распечатываете, например, на дочку, сына хотите. Еще на кого-то поставить защиту, распечатываете фотографию. На фотографию ставите стакан воды и заговариваете этот текст, пишите. Только эту воду уже должен выпить человек, на которого вы делаете защиту. Тот стакан воды, который вы ставите для себя, после ритуала вы выпиваете. Если вы делаете для кого-то, то тот человек должен выпить эту воду. Если нет возможности дать человеку эту воду выпить, значит, вы берете, находите хорошее дерево. Самое главное, чтобы это не было сухим деревом. Если вы чистите женщину, ищите дерево женского рода. Яблоня, груша, вишня, черешня, липа. Лучше всего плодоносящее, то, которое дает плоды. Берете фотографию, вот так наклоняете, да, наклоняете перед деревом и сливаете воду в дерево, чтобы в корни дерева уходила вода. Если же вы чистите мужчину, значит, находите деревья мужского рода. Это дуб, клен, ясень и так далее. Самое главное, чтобы дерево было здоровое, чтобы дерево не было сухим. Это главное. Неважно, какое время года, самое главное, чтобы дерево было здоровое. Точно так же подходите к дереву, фотографию наклоняете к дереву, вот я как в банке, да, со свечами, и выливаете воду таким образом, чтобы вода сливалась в корни дерева. Этот ритуал вы проводите 7 дней подряд. Вы ставите сильную защиту и все 7 дней ставите стакан воды, заговариваете и выпиваете. Если же вы чистите кого-то, значит, тот человек ли выпить должен, или вы должны слить воду под здоровое дерево. Думаю, что это понятно. Еще раз говорю, что оплата за ритуал — самая лучшая цифра 333. Это ваше личное дело, какую оплату вы произведете. Еще хочу вам сказать, что защиту эту можете делать. Например, вы идете в гости, там незнакомые люди или корпоратив какой-то. Отказаться вы не можете, идти надо. Идите, вот сделайте эту защиту и идите. На вас будет уже защита ангела вашего хранителя, и на вас навряд ли кто-то что-то сможет сделать. Пришли, еще раз посмотрели этот ритуал, еще раз выпили воду. Итак, продолжаем. Если какие-то вопросы у вас, пишите. Мы с вами продолжаем. Смотрим, продолжаем, пока горят свечи. Слушайте меня внимательно. Ангел мой, моих друзей, подписчиков, хранитель, спаситель мой, моих друзей, подписчиков, избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков, сохрани меня, моих друзей, подписчиков. Укрою плащаницей своей от врагов моих, моих друзей, подписчиков, 9-9, ждя взгляда Ирода и делы Уды. От хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда, от дня, от черного дня. А придет мой час, час моих друзей, подписчиков, последний. Ангел мой, моих друзей, подписчиков, хранитель мой, моих друзей, подписчиков, встань с головы, облегчи уход мой, моих друзей, подписчиков. Аминь. Ангел мой, хранитель, спаситель мой, моих друзей, подписчиков, избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков. Сохрани меня, моих друзей, подписчиков, укрой плащаницей своих врагов моих, моих друзей, подписчиков, 9-9, от взгляда Ирода и делай уды, от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда, от дня, от черного дня. А придет час мой, последний, последний час, моих друзей, подписчиков. Ангел мой, хранитель мой, встань во сголовье, облегчи уход мой, моих друзей, подписчиков. Аминь. Ангел мой, хранитель, спаситель мой, моих друзей, подписчиков.
Избавитель, спаси меня, моих друзей, подписчиков, сохрани меня, моих друзей, подписчиков, укрой плащаницей своих врагов, моих друзей, подписчиков, девятижды от взгляда Ирода и делай уды от хулы всякой напрасленной, от острия в темноте, от яда в сосуде, от грома и молнии, от гнева и наказания, от звериного истязания, от льда, огня, от черного дня. А придет час мой, моих друзей, подписчиков, последний ангел мой, моих друзей, подписчиков, хранитель мой, моих друзей, подписчиков, встань на столбе, облегчи уход моих друзей, подписчиков. Аминь. Смотрим. Догорают свечи, работа идет. Просто смотрим и медитируем, как сгорают ваши враги, злые языки, как вокруг вас образовывается крепкое пространство, сильное пространство, которое не дает влиять на вас ни с какой стороны. Ни с какой стороны. Смотрим, чистимся, медитируем на огонь. Огонь горит хорошо. Замечательно. Все замечательно работает. Все работает чудесно и замечательно. Смотрим на огонь. Отлично. Все догорает. Догорает, сгорает. Это здорово. Смотрим, медитируем, пока огонь горит. Он уже практически около каждого, около основания. И скоро прекратит свою работу. Это замечательно. Две свечи, скрученные воедино, как два крыла, которыми ангел защищает нас, закрывает нас от внешнего мира, от неприятностей, от невзгод. Ну что ж, ребятушки, свечи заканчивают свою работу. Я с вами прощаюсь, не забудьте пальчик вверху. Слово «благодарю» обязательно пишем, энергообмен. Не забываем делиться этим видео, подписывайтесь, обязательно подписывайтесь на этот канал, здесь очень будет много защит. Смотрите, как сердечком горит огонь, да, говорит, я слышу вас, я люблю вас, я буду с вами, и это прекрасно. Всем мира, добра. И счастья. Всем пока-пока.